Страна, карта утренних казанских пробок. Столичные улицы стояли с 7, как минимум до 9 часов утра. И такая вот красная паутина расплелась чуть ли не на каждом столичном переулке. Да, Урская, Роторная, ну час, минут 40, да. Да вы что? Пришлось развернуться, обратно уехать. Ну, Оренбургский тракт где-то минут 15. Центр минут 20. На утренних пробках постояли сегодня? Нет, проехал по Ленинской дамбе без пробок. Да вы что? Да, да мне повезло. Вот такие вот полностью груженные кузовы КамАЗа выезжают в день, делают рейсы как минимум по 7 раз. Водители, ну я не знаю, мне кажется, они уже устали туда-сюда мотаться в снегоплавильку. Добрый день! Ну как? Пока нет, обед только. Я вот здесь начал без 10-6 было уже. Начали грузить уже утром. В день 7-8. Ну, да, как будут грузить, может и 10 рейсов делаем. По прогнозам синоптиков, до 8 декабря на территории Республики Татарстан сохранятся неблагоприятные погодные условия, связанные с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега. При этом на дорогах образуется гололедица и снежный накат, которые могут способствовать внезапной потере управления. Во-первых, было скользко, каша кругом была, вот как-то так. Вы где так? Вот машина! В полудень дорожная обстановка в Казани более-менее нормализовалась. Популярная система оценок пробок показывает сейчас 4 балла. Думаю, что к вечеру она снова возрастет, поэтому водителям остается быть более лояльными друг к другу. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.